Насекомые в ванной комнате могут появиться неожиданно и доставить много отрицательных эмоций. Но есть эффективные способы, которые помогут избавиться от этих незваных гостей и вернуть покой в дом. Нередко насекомые в ванной появляются у тех, кто живет на первом этаже или в частном доме. Чаще всего заводятся пауки, мокрицы, чешуйницы, тараканы и муравьи. Вредители проникают через окна, балконы, вентиляционные отверстия и щели в стенах. В ванной самые благоприятные условия для их обитания. Здесь влажно, сыро и тепло. Если в трубе есть даже небольшая протечка, это может стать причиной появления мокриц. Чтобы насекомые не проникли в жилище, нужно заделать все щели, а вентиляционные отверстия затянуть сеткой. Следует систематически проводить тщательную уборку с чистящим средством, поддерживать в ванной комнате сухой микроклимат, вытирать насухо все поверхности и регулярно проветривать. Если в ванной завелись насекомые, нужно прежде всего взять за правило соблюдать гигиенические процедуры, о которых говорилось. Ведь избавившись от вредителей, важно предотвратить их повторное появление, а для этого необходимо избегать сырости. Неплохо для поглощения лишней влаги рассыпать по периметру помещения соль и поставить обогреватель. Чтобы уничтожить уже имеющихся насекомых, можно вызвать службу дезинфекции или же сделать это самостоятельно, используя специальные средства. Сейчас есть много разновидностей инсектицидов в виде аэрозолей, гелей и порошков, но при их применении следует соблюдать меры предосторожности. Во время распыления аэрозолей в помещении запрещено находиться людям и животным. По окончании дезинсекции следует провести влажную уборку. Гели и порошки можно использовать только в недоступных для детей и домашних питомцев месте. Есть специальные препараты с горьким вкусом, которые отпугивают животных. Для борьбы с вредителями в ванной можно применять борную кислоту. Она не имеет запаха и не навредит домашним питомцам. Взять одну часть порошка борной кислоты и 4 части мела, перемешать, рассыпать эту смесь в местах, которые облюбовали насекомые, и оставить так на неделю. Через месяц процедуру следует повторить. От муравьев есть очень действенное средство на основе дрожжей. Необходимо смешать их с водой, чтобы по консистенции они стали как замазка. Затем добавить получившуюся массу сахара или меда и обмазать ею пути следования муравьев. Собравшись уехать из дома на несколько дней, можно попробовать вывести насекомых в ванной, используя негашенную известь. Для этого необходимо наполнить ведро известью, поставить посреди комнаты и залить водой. Затем быстро выйти, плотно закрыть дверь, оставив так на двое-трое суток.